И снова всем привет, друзья. С вами, как всегда, Джексон, и перед нами игра под названием Overland. Это индюшный симулятор выживания, опять же, в постапокалипсисе. И в данном случае он оформлен в виде таких небольших логических загадок, и все это плюсом приправлено пошаговым режимом. В принципе, должно быть что-то интересное. Симулятор переносит нас в Соединенные Штаты, на которые напали какие-то пришельцы, то ли какие-то монстры, так и непонятно. Давайте посмотрим, что это из себя представляет, и спасем мир, ну или спасемся сами хотя бы. Так, первая глава, Восточное побережье. Да, я не помню, чтобы запускал, но ладно, похеру. Восточное побережье. А, вон, смотрите, вон эти пришельцы. Прикольная стилизация графики. День первый. Ух ты. Так, и что мы можем? Так, вот это у нас, как я понимаю, это у нас поле. Поле, в зоне которого мы можем с вами ходить, да? Это количество шагов. Так, нашего персонажа зовут Дрю. Дрю. Похоже на Грю из этих... Из Миньонов. Ну или Гадкий Я, как он там. Так, карту мы крутить не можем. Ничего мы сделать не можем. У нас для чего-то обозначено направление ветра. Не знаю для чего, может они как-то будут по запаху эти пришельцы ориентироваться. И вон я вижу одну из этих тварей торчит. И что нам делать? Что нам делать? Давайте попробуем выйти из машины. И... Эй, я вам пригожусь. Да как бы... Говно вопрос, мужик. Присоединяйся. Здрасте. Привет. Пригласить? Так, незнакомец, пригласить. Давай, мужик, будем выживать вдвоем. Дилан, отлично. Седой. Натерпелся мужик уже, видимо. Так, давайте посмотрим, можем ли мы что-то здесь собрать. Так, нет. А как переключаться между героями? А, правой кнопкой мышки мы переключаемся между героями. Окей. Можем ли мы что-то здесь собрать? Но, наверное, какие-то полезные штуки есть. Да, вот смотрите, палка выделена. Давайте мы палку... Да, палку можно поднять. Окей. А, пожитки, палка. Огнеопасно. Этим оружием можно воспользоваться дважды. Окей. История Дилана. Обожал готовить завтраки своим детям. Астма больше ему не досаждает. Исходная группа с самого начала с нами. Все понятно. У каждого героя есть маленькое описание. Что у нас можешь ты? Рюкзак есть. Добавляет одну ячейку для пожитков. Окей. Отбывал наказание за насилие над людьми. Хотел бы о многом забыть. Да у нас главный герой бывший преступник. Ах ты ж засранец. Ну и ладно. Так, как я понимаю, конец хода делаем. Да, она приближается. А, ладно. Давайте не будем на нее отвлекаться. Да, смотрите, я правильно подумал, что в этой фигне можно... Можно порыться. А в дом можно, может, зайти? Ладно, давайте сначала обыщем вот эту херовину. Посмотрим, может, там что-то есть. О, офигенно, железная труба. Сейчас мы можем этой железной трубой надавать по морде вот этой вот твари. Так, тут еще палка, бутылка. И, по-моему, все. По-моему, больше ничего нельзя сделать. Что-то можно было сделать с вот этой фиговиной, с вот этой бочкой горящей. Сейчас мы давайте попробуем... Ай-яй-яй, оно приближе. Я могу кинуть в нее палкой? Убить. Херак. О, нет. А чего нет-то, мужик? Мы убили ее. Это ж круто. Я-то думал, от них надо убегать, просто чтобы они нас не схавали, а тут как бы вот это. Ха, прикольно. Я так и знал. Вот я так и знал, что вот... Одну мы бахнем, и прибежит еще одна. Так, давайте посмотрим. Смотрите, я могу сделать факел. И у нас факел. Круто. Так, окей, а что может сделать он? С трубой в руках он не может сделать с ней ничего. Так, в дом мы попасть не можем, иначе был бы какой-то маркер. Здесь тоже ничего. Все, пора валить в машину.
Прячемся, мужик. А ты с факелом можешь попасть в машину? Так, вот ты. Забраться. А, нельзя, надо подождать. Окей. Конец хода. Да. Они уже знают, что мы здесь. Ну и пофиг, мы же сейчас с тобой свалим. Так, забраться. Эй, потеснитесь. А чё там тесниться-то? Погнали. Так, мы можем просто проехать пару метров, переместиться. Это, наверное, чтобы потом забирать других членов отряда удобнее было. И можем свалить. Да, мы сваливаем. Первая локация пройдена. Но это было изи. Но я думаю, что потом все будет не так просто, как было сейчас. Мечта сбылась. Спасибо, что подобрали меня. Да нет, чувак. Не волнуйся об этом. Выживать вдвоем веселее. Такое чувство, будто за нами наблюдают. Верно ведь? Что там карта говорит? У нас есть карта? Ничего себе. Так, восточное побережье. Если хотим ехать дальше, надо убирать те препятствия. Надо убрать те препятствия. Вот эти, наверное, препятствия. То есть надо все вот это пройти, наверное. Так, что у нас здесь? Что это? Ну, видимо, какая-то заправка, наверное, раз тут горючее нарисовано. У нас горючки 6 единиц. Ну, пока достаточно, наверное, чтобы, по крайней мере, вот это все пройти. Это информация давняя, но доводилось слышать, что тут хорошо с припасами. Но сюда ехать 3 горючки потратить. Так, я предлагаю сначала съездить сюда. Здесь возможно собрать горючку, потом сгонять сюда. Я думаю, так будет правильно. Погнали. Во всяком случае, попробуем. Забирайся давай, хватит подтягиваться. Да, а то без тебя уеду. День первый, закат. Так, о, здесь 3 этих тваряж. Да, смотрите, вон бочка, по-моему, это канистра стоит. А можно как-то камеру... А, нет, все-таки камеру можно крутить. Я не так крутил. А что это за звуки? А, ну понятно. Непонятно, зачем обозначение ветра, но я думаю, это не просто так. Так, у нас здесь есть канистра. И нам ее нужно... Стой, мужик! Твою мать! Я не туда нажал. Черт. Надо привыкнуть к управлению. Так, в руках у него ничего нет, но у этого есть труба. Поэтому, если что, мы дадим в жбан этой твари. А ты, чувак, возьми палку. Возьми-ка ты, чувак, палку. Поднять палку. Все, отлично, ты тоже вооружен. Значит, мы их ушатаем сейчас. Окей, конец хода, я надеюсь, они не загрызут. Но, как я понимаю, они ходят по одному квадратику. Могут ходить только по одному квадрату. Так, здесь бутылка. Бутылкой можно будет потом, наверное, кинуть. Давай, приближайся сюда. А ты, чувак... Так, стоп. Так, вот. Тыщ. Убить. Хлабысь. Отлично. Они нас слышат. А вот, смотрите, бугорки появились. То есть тут, смотрите, тут все довольно интересно получается. То, что даже убив их, мы не можем чувствовать себя свободно, потому что появятся новые, и головоломка не заканчивается. Окей, ладно. Это прям тактическая стратегия. Прям мне нравится. Нужно думать, прежде чем ты что-то делаешь. А, так, значит, они ходят по одному кубику. Оно сейчас переместится либо сюда, либо сюда. Нужно, я думаю, нужно остаться на месте. А ты, чувак, подойди вот сюда. Что там внутри? О, можно в баках порыться еще. А вот это, слушайте, прекрасно. Их можно перетягивать на себя. Твою ж мать. В мусорке, блин, был бензин. Это круто. Окей. Так, им нужно 2 или 3 хода, чтобы вылезти из дыры. Так, давай ты сваливай к машине. Ай, нет, не то тыкнул. Сваливай к машине, зальем горючку. А ты... фигачь ему по башке. Давай. Хлопысь! Я надеюсь, они мазать не будут. Как это бывает в тактических играх, что возможен промах. Но я надеюсь, этого не будет. Окей, конец хода. Они приближаются. Еще одна вылезает.
То есть они могут пребывать со временем, и чем дольше мы находимся на локации, тем дольше, тем больше этих тварей здесь будет. Это не айс вообще. Так, заливаем, да, получается, заливаем. Заливай. Отлично. Горючки у нас теперь 7 из 10. Так, можно попробовать тырнуть еще одну, но сначала лучше осмотреть вот этот бак. А, ты, чувак, давай вот сюда поближе. А ты вот сюда. Да, стой ты. Вот. Как думаете, стоит проверить? Я думаю, стоит, чувак. Я думаю, очень стоит. Так, давай. А, обыскивай. Вдруг там еще бензин? Ю-ху! Вот это удача. Там еще бензин. Правда, это как бы ни хера не логично, но ладно. И смотрите, мы можем таскать предметы. То есть мы можем типа создать им препятствие, отгородиться или закрыть какой-то проход, чтобы можно было там по-быстрому ретироваться или что-то такое. Я думаю, надо тырнуть вот эту канистру будет. Давайте попытаемся ее сдюзнуть. Не к добру это. Мне тоже это не понравилось. Так, это мы можем только двигать, это мы можем осмотреть. Но вот этот, кстати, звук мне тоже очень не понравился. Да, и здесь тоже бензин. Так, бросай. Бросай палку. Палка нам не пригодится, а бензин нам будет очень полезен. Заливай. Так, 79 из 10, отлично. Забирайся. Этот звук мне очень не понравился. Мне почему-то кажется, что он сулит нам какую-то большую жопу. А, так, а что мы можем завести? И ходов-то нету, да? Окей, конец хода. Ай-яй-яй-яй, они подбираются к машине. И двигаться она может только вперед. Подобраться... Блин, он может только до нее дойти, но не сесть в нее, да? А, забраться. Так. То есть, если он заберется в машину, мы потеряем канистру, да? Ладно, ладно. Не бейте машинку, пожалуйста. Пожалуйста, не бейте машинку. Да, забраться, и придется канистру бросить. Да, окей. Ладно, все. Текаем отсюда. Выбираемся. Мне все-таки интересно, что это был за грохот. Ну, какой-то такой, прям что, под землей что-то огромное ползет. А смотрите, а я думал, можно будет вот сюда вернуться. То есть мы можем... Мы можем вернуться только в одно место. По слухам, там есть новые тачки и назойливые твари. А здесь можем проверить, не осталось ли там кого-нибудь в живых. Бензина у нас дофига, но сюда надо 3 единицы потратить, а сюда 1. Ну, как и здесь было тоже. Блин, здесь с припасами было хорошо, может там какое-то оружие было. Ладно, давайте в этот раз съездим сюда. Погнали. У нас еще зачем-то спидометр работает. Так, день первый, ночь. Интересно, сколько тут дней всего. Так, вон одну тварь я вижу. Но, кстати, ничего полезного я тут пока не наблюдаю. Может быть, пока. Так, окей. Надо разведать, сходить. Здесь мы можем проверить, есть ли здесь кто-нибудь. Значит, здесь кто-то должен быть. Признаюсь, плохие у меня дела. А, там кто-то стоит, что ли? Ой, правда? Здорово, мужик. Пригласить. А мы влезем в машину все? А, вот у нас машинка на троих. Да, у нас вот здесь вот, вот там вот отображается, что машинка на троих. Все, отлично, берем. Давай, мужик. Хайлоу. Это девочка. И ей очень плохо. Прям сильно плохо. Но у нее есть труба, которой она сейчас поделится. И... будет обыскивать вот эту штуку. Что там есть? Она нашла траву. Что за трава? Серьезно, зачем трава? Растение.
вполне здоровая, даже может удастся на что-нибудь выменить. То есть это все дело можно использовать как этот обмен, ну, валюту, короче. Интересно. Так, окей, ходов у нас нет, поехали. И здесь вот генератор какой-то для чего-то. Так, деточка, иди-ка ты в машину. Она пока ранена, у нее очень мало ходов. Вот я чего только что понял. Трубу хочу. Поднять трубу. И... Так, эта тварь к нам не подберется по диагонали же. Подберется ведь запросто. Поэтому мы давайте отойдем вот сюда. Тут что-то лежит. Что-то лежит ведь? Да, бутылка. А я могу этой бутылкой кинуть? Можно метнуть или наполнить горючим. Из нее можно сделать коктейль Молотова. А, можно разрушить. В нем есть бензин. А зачем он? Я не понимаю, зачем он. Так, ладно. Тварь я эту выделить не могу. Поэтому давайте пока пройдем сюда. Окей. Она сейчас взорвется. То есть это можно как оружие использовать, да? Вот оно что, Михалыч. Так, давай-ка, мужик, ты тогда отваливай. Тут, по-моему, нам искать... Ну, прям нечего. Я вот не вижу, чтобы что-то можно было сделать. Ну, ладно, давай пока отойдем. А то эта штука ведь реально взорвется. Мало ли. Так, а ты давай залезай в машину и сиди там. Мы тебя вылечим. Там, кстати, аптечка есть. А нет, это не девочка, кстати, это мужик. А почему тебя зовут Трейси? О, чувак, я тебя чувствую сильно. Так, и сюда. Конец. Эта тварина подорвалась сама на себе, скажем так. Там он, по-моему, еще одна. И вот здесь вот пара штук вылезла. Здесь, по-моему, больше искать нечего. Но я предлагаю проверить. Вот здесь можно... Что-то подсказывает, что тут что-то есть. Да, я так и думал, что здесь вот машина. Мы просто темно, мы ни черта не видим. Поэтому... Так, у тебя есть труба, отлично, труба. Насколько я понимаю, труба не палка, труба не ломается. А, да, громкое и надежное оружие. Это прекрасно. Давай ты постой вот здесь, будешь стоять на стреме. Так, три штуки, и они пытаются еще только вылезти, поэтому мы можем пока обыскать то, что здесь есть. Что нашел? Бутылку. Что это? Шляпа. Снаряжение. Удобное и стильное. Давай возьмем кепку. Снарядить. Чик. Все, будешь в кепке. Классно, классно. Зачем она, правда, я не представляю. Но пусть будет, почему нет. Так, ладно, все, походу тут больше искать нечего. Здесь мы порылись, там мы нашли цветочек. А здесь я больше ничего полезного не вижу. Здесь, по-моему, край карты, да. Край карты, и искать нам больше нечего. Опять гремит. Причем повсюду гремит. Так, не, мне это не нравится. Все. Тыкаем, хлопцы, тыкаем. Заводись. Прятайся. Залезаем в машину. Пора валить отсюда. Да, ты прав, чувак. Очень пора. Так, вот машинка. Все, выбираемся. Так, мы подобрали одного чувака. Я думаю, нам будет полезен. Пора передохнуть. Да, еще бы этого подлечить. Как здорово, что вы меня нашли. Ну да, мужик. Хм, не вопрос. Интересно, что там? Я тоже. Понятно. Мы были здесь. Идем сюда. Выглядит эта заправка довольно опасной. Вот тут не так давно был торговый лагерь. Так, бензин у нас есть. Сюда и сюда одна единица топлива, поэтому... Давайте-ка сгоняем вот сюда.
Там, может быть, рюкзаки есть там или что-то подобное. Давайте сгоняем сюда. Собака, фу! О, день второй. О, нифига, смотрите, тут прям... Три человека? Живые? Можно бросить бутылкой. Я что, с ними драться можно, что ли? А смысл? Так, давайте сразу осмотримся. Что тут есть? Палка. Есть бутылка. Вторая машина есть, которую можно стырить. У этих полные рюкзаки чего-то можно обокрасть, наверное. Я не знаю, ладно, пойдем сначала поговорим с ним. Только не надо угроз, да, не ссы. Если нужен обмен, ты там, где надо. А, все понятно. С ним можно меняться. Либо накостылять им, если нужно. Так, ладно, у нас вот тебя. Там же есть в машине аптечка. Да, есть аптечка. Давай-ка ты выходи. И как ее использовать? А, вот лечить. Да. Все, сейчас у него ход появится, и можно будет... И можно будет подлечиться. Окей. Конец хода. Здесь тварей нет. Здесь, видимо, полностью безопасно. Так, стоп, не того взял. Давайте-ка, давай мы тебя вылечим. Лечись. Ура! Так-то лучше. Все, ты жив, чувак. Так, бери цветок. Его можно обменять, наверное. У них на что-нибудь, не знаю. Мужики, у вас на что можно, что можно обменять на траву? Давайте посмотрим. Подойти сюда можно, машину. Украсть машину можно, да, но бензина здесь нет. Всего одна единица, толку в этом немного. У этого есть нож, у этого есть сигнальная ракетница, у этого есть труба. То есть, по сути, мы можем просто встать вот так вот и нахерачить им. Прям сразу. В один ход. Злобные выживальщики. Давайте сейчас посмотрим, что они могут нам предложить. А как с тобой? Готовы обменять это растение? Да. Я за этим и пришел. Значит, тебе его донести? А, окей. Так, у тебя ходов нету. Заканчиваем упражнение. Так, ты пройди вот сюда. Руки от машины убери. Да не трогаю я твою машину. Отвали, мужик. Я пришел вот менять вот эту штуку. Просто дай мне твое растение. На. И я могу взять рюкзак, огнетушитель, майфун и... Рюкзак хочу. Принести тебе канистру. И ты мне отдашь еще что-нибудь, да? Сюда, что ли, можно возвращаться будет? Слушайте, а это интересно. 2 единицы топлива ему надо. Не, я тебе свое топливо не отдам. Пошел ты нафиг. Так, снаряжаем рюкзак. Рюкзак нам понадобится. Можно всякий мусор собирать. Так, у тебя ходов нет. У тебя, значит, есть бутылка. Бутылка им не нужна. Здесь труба. Так, тебе, чувак, надо взять палку. Тебе надо взять палку. А ты... У тебя рюкзака нету, да? У тебя рюкзака нету, поэтому бутылку мы взять не сможем. Это мы можем только передвинуть. Ну ладно. Тогда забирайся в машинку. И сиди там. Все, заводи пока, чтобы мы, если что, могли бы по-быстрому свалить. Так. Все, конец хода. Так, ты, значит, беги за палкой. Эй, полегче, это наша. Да я знаю, что это ваша. Здесь еще есть бензин. Я знаю, чувак, но у нас есть бензин. Давай с ними пока ссориться не будем, хорошо? Ты тоже забирайся. А ты... ты пока жди. Так, давай сюда. Его еще надо подлечить. У него из-за того, что неполное здоровье, у него маловато с ходами. Еще закончить. Так, все, берем палку. Он может отдохнуть, и это его подлечит. Ой, правда, смотрите, это его подлечило. Так, и давай мы... Еще конец. Тут как бы нам ничего вообще не угрожает, поэтому...
Особо можно никуда не торопиться, ходы расходовать как хочется. Мы поднимем бутылку и идем дальше. Все, садимся в машину. Забраться. Все, отлично. Поехали. Так, вот так. Все. Поездка. А что значит поездка? А, это только до сюда. Все, ладно, выходим. Они все-таки ждали, что мы им бензинчика отвалим. Хер-то там, ребята. Надо, чтобы кто-нибудь вышел и расчистил путь. А, там, видимо, завалено все. Ну, давайте попробуем. Так, предметы распределить. Здесь рюкзак. Так, у этого труба. Здесь палка есть, есть бутылка. Если что, можно кинуть. Окей. Ладно, все, у нас обратного пути нет. Погнали. День второй. День. Твою ж мать, вы посмотрите, сколько их. Две канистры с бензином. А, вот это круто. Но, как я понимаю, нам, чтобы расчистить пути, надо перегасить всех тварей, да? Окей. Давай мы сразу выйдем. У меня дурные предчувствия насчет этого места. Чувак, у меня тоже. Но... Давай, кидай бутылкой. Херак. И она рядом вылазит. Окей, все понятно. Забираем канистры и заливаем. Поднять. Труба пока пусть полежит. Этот чувак, у него тоже есть бутылка. Пусть выходит, и можно швырнуть в одну из этих тварей. Нельзя, надо подойти поближе. Так, у тебя ходов нету. Блин, ты перегораживаешь путь этому чуваку. Он бы мог подвинуться. Ну ладно, заканчиваем. А, так это двухголовые твари. Я думал, это, блин, две в одном месте просто. Значит, им типа по два удара надо. Это плохо. Это надо кидать бутылкой, типа, и потом бить палкой. Я вот почему-то подозреваю, что это вот именно так задумано. Так, окей, давайте поднимем еще одну бутылку тогда. А, ты, чувак, заливай бенз. Давай, чик. Отлично. Так, ходов у тебя опять нету, да? Сколько у нас теперь медина? 5. Мы потратили единицу. А, здесь 2 единицы всего, да. А, окей. А как надо подойти и расчистить? А, надо утащить вот эти две штуки в стороны. Обалдеть. А вот это довольно... Мне кажется, довольно сложно. Ну, давайте попробуем. Да, только метнуть. У нее 2 хп. Давайте метаем. На тебе, тварь. А, мы ей одну башку отстрелили. Как интересно. И мы... А, нет, мы его не заблокировали. Отлично. И можно сюда метнуть бутылкой, и она типа сломается. А прикольно, слушайте, сделано. Вон еще одна бутылка и камень. То есть камнями тоже можно будет что-то делать. Так, давайте-ка, да, чтобы не подходить, давайте мы метнем. Блин, все-таки 2 надо, да, было? Черт, у меня плохие предчувствия сейчас по поводу следующего хода. Все, у нас ходов нет, конец. Так, она очухалась, и эта тварь рядом вылезла. Так, вы молодой человек, пожалуйста, поднимите трубу. И... так, она еще один ход будет вылазить, так что пусть сидит. Ты сюда. У тебя палка есть, ты можно херотацию устроить. Отлично. Убили двойную и вылазят 2 сразу. Да. Как гидра. Хорошо, хоть не убиваем одну, вылазит 2. Так бы было совсем страшно. Так, ты давай. Ты давай за бутылкой. Нам вот эта бутылка пригодится. Так, и ходов снова нет, конец. Я надеюсь, тут не двойные вылазят. Вот очень на это надеюсь. Так. Тут бутылка и камень. Можно
смотреть. Так, камень можно метнуть, но это все понятно. Это все нам понятно. Мы берем камень и двигаемся вот сюда. Ты просто двигайся ближе и будь на подхвате. Окей. Так, надеюсь, они кусаться не будут. Блин, я же говорил, двойная вылезет сейчас. Атаковать. Да, смотрите, здесь два удара сейчас надо. Надо завершить это, короче, все за максимально... За минимально возможное количество ходов. Потому что вот так мы убиваем раз. И... А, мы можем два раза ее ударить. Отлично. Все, убили. Так. Вы, молодой человек, ломайте вот эту фигню. Отлично, сломали. Этот труп можно оттащить. Палку, палку поднять. И можно еще обыскать вот это будет. Так, вылазит тварь сзади. И вылазит тварь вот здесь. Блин, тут надо подумать. Так, ты стой на подхвате. Они тебя атаковать пока не смогут. Да, атаковать они пока не смогут. Просто держись рядом. Давай. Отлично. Так, они подошли. Твою мать, еще две. Вот это вот уже начинается жопа. Кирдык тебе. Минус раз. У вас мужчина есть. Так, а все. У нас, собственно, вот эту разбить и можно уезжать. Так, кто близко? Блин, можно только оттащить, ее сломать нельзя. Да ну, не может быть, что нельзя сломать. Так не бывает. Так, эту ты убил. Давай вот сюда. Чтоб там к тебе не подходили. Так, здесь можно как-то засейвиться, что ли? Нет, нельзя. Так, окей. А, разрушить можно. Все, я думал, только толкать можно. Все, разрушить. Отлично. Дорога свободна. Можно валить отсюда. Так. Но ты, блин, перегородил дорогу, мужик. Так, ладно. Стоим тогда. Стоим, ждем. У него палка. У тебя палка есть же, да? У тебя есть... Да, у него есть палка, на один удар есть. Нормально. Они не атакуют. Там тварь вылезла. Здесь тварь вылезла. Блин, надо срочно в машину. Так, все, ты в машину. Заводи. Так, ходов нет пока. Машина заведена, и ладно. Ты... Херач. На тебе. Так, ходов нет. Ты... Надо осмотреть машину. Мало ли что полезное есть. Труба. Прекрасно. Теперь у нас три трубы. Все, ребятки, текаем отсюда. Пока нам не накидали по самые яйца. Еще вон сколько сплю. Посмотрите, сколько их. Вот это жесть. Так, сюда. Втянуть? Можно втянуть? А, это втянуть, типа, если, наверное, ходов нету персонажа. Вот это круто. Все, сбор в машине. Все. Валим. Выбраться. Хе-хе-хе, я так и думал, что он ее собьет. Круто. О, круто. Что со шрифтами, господа? Круто, мы прошли первую локацию. И у нас получается их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нам нужно до западного побережья добраться. Опа, вы посмотрите, какая там херь. О-о-о-о-о. Для нее по-любому пулемет нужен. Надо подумать, куда двигаться дальше. У меня уже и сомнений не было, что мы покойники. Точно, но мы выжили.
именно то, что мне им нужно было, не поспоришь. Что ж, куда теперь? Ну, о, вариантов у нас теперь, смотрите, куда больше. А я надеюсь, мы можем... Я надеюсь, мы поедем в одно место, и другие останутся? Или хотя бы исчезнет только одно, но не все? Это будет довольно обидно, если мы будем проезжать все за раз. Но здесь, опять же, смотрите, ответвление. Вот эти точки стоят здесь, значит, наверное, это будут как отдельные локации. Хм, довольно интересно. Ну ладно, давайте на этом сделаем перерыв. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте все увиденное. Ну, вы знаете, что делать. И увидимся в следующих сериях Overland. Пока-пока.